Хей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру по названию Crash Bandicoot. Ну что, поехали? Не знаю, куда мы отправляемся. Это у нас уже, если не ошибаюсь, второй остров. В прошлой серии мы воевали против какого-то бешеного кенгуру. Потому что он был замотан в какие-то тряпки. Ну, короче, из психушки выбежен. Если то точно кенгуру. Ну, прыгал точно как кенгуру. Опа, мы, короче, теперь в каком-то храмике. Да. Храм Индиана Джонса. Короче, чем-то похож вот этот. Так, а здесь у нас теперь несколько миров, я вижу. Ну как, измерений, да? Пространственных. Так, чекпоинт. Так, тут змея. Ты поджаришься? Нет. Ой-ой-ой-ой. Да, вот здесь я чувствую, будет у меня гарь-гарь, жопа-гарь. Первое, это непонимание того, где я нахожусь, именно в каком пространстве. Ладно. Да, не сделали как-то... Только туда ко мне сжимается, да. Давай ж. Ух, я думал, меня сейчас убьет. Ну ладно, пронесло. Так, ну их тоже можно, в принципе, убивать так же, как и всех остальных. Так, ладно, собираем яблочки. Ага, тут ничего такого. Очень непонятно по системе уровни. Ну как, понятные? Ну для восприятия не тяжелые. Оп. Ну ладно, я думаю, мы с этим потихоньку справимся. Или нет? Как у меня контишек? Я могу умирать, ладно. Нужно, короче, прыгать, пока не появится тень. Оба-да-ба-да. Ой-ой-ой, рано. Теперь нужно ждать, пока та плита поднимется. Так, теперь нужно вычесть время. Сейчас. Оп. Так, туда как-то можно попасть. Так, батутик. Кантишка. Почему-то туда можно тоже идти. Ну, вопрос. Зачем? Его? Да, ой, они там падают, оказывается. Опа. Кантишка. Минус, сохраняшка, еще плюс жизнь. Ништячок. Тупые комары. Они слишком вы тут замудрили. Блин, я думал, это кантишка. Хо-хо-хо. Ну, мы профессионалы, мы не сдохли так много раз, насколько рассчитаны на эти кантишки. Да? А, еще здесь можно убиться, да? Уже на выходе. Готово. Ну, коробки, я даже не думаю, где они тут могли быть. Там, где, конечно, яблоки нам показывали какой-то путь. Может там, но этого мы не узнаем. Бумпа Айленд. Интересно, есть тут другие еще какие-то, или тут только на островах все у нас сделано? Не, ну мы же, по идее, еще на базу доктора пойдем. А это значит, мы пойдем наверх, к нему в лабораторию. Там тогда будет тоже что-то прикольненькое.
Ну ладно, поехали. Так, я вижу там вулкан. Скорее всего, будем с боссом каким-то драться на вулкане, на жерле вулкане, если быть точнее. Кажется, если не ошибаюсь, или это не в этой игре, мы можем как-то кидать яблоки. Или точно не в этой игре. Не умеем здесь бросаться, ничего. Так, опасно. Коричневые падают, да? Да. Окей. Классно. Насколько здесь нужно будет метко мне прыгать? Лучше потом уже добавили эти. Да. Но они хотят, чтобы я запрыгнул сверху на них. Просто соберем яблочки. Ладно. Тихо. Так, чекпоинт. О, телочка, телочка, телочка. А кабан не падает, я вижу. Ух, чет. Так, это скользящее. Запомнил. Короче, ребят, мы с вами привыкнем к этим пространственным мирам. Кабанчик, а чё ты? Классно. Почему ты не умер? Я хотел спросить. Ну ладно, и так сойдёт. Что там? Классно. Заново? Я тут не обсрал. Да, не зря я все-таки сохранил большое количество контишек. Ну, будем пополнять контишки благодаря вот этим яблочкам, которые нам. Я не могу. В смысле? Я же отгоняю его. Окей. Это была последняя финальная такая. Жопа разве. Даже игра мне решила дать убуду-буду-да. То, что видит, что у меня жесткие проблемы. Игра, не волнуйся за меня. Почему он прыгнул? Почему он прыгнул так далеко? Тихо. Так. Фух. Да, там обваливается. Да. Теперь я знаю, где у меня будет минус 30 контишек. И замечу, что это почти что только начало. То ты перепрыгиваешь, то ты очень да вообще не до. Вот опять. Но зачем ты прыгаешь так. Не понимаю. Я бандикут этого сраного не понимаю. Это не контишка. Это, мать вашу, не контишка. Черт!
Хорошо. Будем считать, мы тут справились. Как мне вот эту кабан-соба... Ну, короче, да, это кабан. Просто вынос уровень. Боже мой. Просто не спешить здесь нельзя. Ну как, можно? Но он все равно либо прыгнет очень далеко, либо просто не допрыгнет. Плюс наклоны. Блять. А ну, ребят, считайте, сколько я уже просрал их. Надеюсь, мне возместят ущерб. Чего? А, то есть я умер 10 раз, а давайте мы ему сделаем здесь чекпоинт. Ну, ребят, мне... Да, я 10, получается, потерял. Возрождал, если мне чекпоинт даже здесь дали. Я хочу его убить. Что? Я не могу его убить? What the fuck? О, неужели? Девочка, ты мой последний варик. Дай мне больше, пожалуйста, хотя бы 5. Хотя бы 5. 2. Две — это мало. Две — это очень мало. Ну, я уверен, хотя бы все коробки я сломаю. Ну, черепашки — это no problems. Извини, черепашка. Я не понял твоих намерений. Класс, и я еще не все собрал. А там, видите, там еще яблоки дальше есть. Да уж, это ужас. Потерять столько времени просто на одном уровне. Я думал, это из... где различные измерения. У нас тяжело. Вот, ребята, ад, ад. Ад, ад, ад. Я не беру игры всякие там. ТЕС, Боши, где просто нужно задротить Кэт Марио. Так, ладно, я надеюсь, хотя бы мы за эту серию должны пройти этот остров до конца. Тут осталось каких-то 4 уровня. Ну, конечно, я буду, если надеяться, то что здесь будет все в порядке. А если нет, то, увы, не фартануло. Older Dash. Ой, такой вид, что сейчас за нами будет что-то опять катиться. Да. Ну, я понимаю, что здесь уже у нас ничего сложного не будет. Мы уже матеры в этих делах. И почему они сделали именно так? Я бы не сказал, что здесь так... Что-то новенькое сложно, хотя нет, здесь побольше этих будет. Меня не убьет, если дотронусь? Нет. Яблочки, 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 побежали. Ой, панелька двигается не хаотично со мною. Нужно выигрывать позицию, бежа прямо дальше, 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 не терять ни на что время.
и на всякие коробки. Камень, тебе в порядке? Все норма. Ух, изи. Успел. Тихо. Тихо. О. Нуис. Две кантишки, поехали. Если туда же две кантишки дали, значит что-то будет жопа. Хотя нет. Хотя он очень близок, чтобы меня раздавить. Чувствую себя Индиана Джонсом. Который от камешка тоже убегал. Беги, беги, беги. Мысли. Окей. Так, попрыгаем на яблочках и погнали. Я понял, что меня замедлило. Все. Так, подождите. Я так там ни во что не врезался. Блин, это жестко. То есть хоть так и так я не успеваю, да? Я даже коснуться не должен был. Опять! Снова! На одном и том же! Почему? Камон! Да. Ой, ладно, посрать. Так. Может, из-за того, что я высоко прыг, хотя это меня тоже как бы не замедляет. А почему тогда? То есть в этих моментах я вообще как бы... О, тихо! Чё за бред? Так, ребят, что-то пошло не так. Что-то точно пошло не по плану. Я не понимаю, может, серьезно, мне нужно расстояние теперь, ну, высоту прыжка менять? Допустим, хорошо. Попробуем. А мне он как бежал, так и бежал. Ой, фух, наконец-то. Да, фиух. Только знаешь что, Крэш, мы с тобой потеряли где-то контишек 6. 5-6. Хотя... Не, 5 это много. 4. Ну, на этом камне точно, ну... Где-то 3 точно было. Да, 3 точно было. 2 раза я сначала, потому что я упал, потом меня задавил опять так же. Потом меня уже сбил и показал мне в лепешку. Так, а там тоже есть куда-то проход, нет? Окей. Дальше у нас осталось еще каких-то 2 уровня. А там что было за проход? Там еще есть уровень. Я видел. Sunset Vista. Короче, где дэш, это значит бегать нужно. Или от чего-то, или на кем, на ком-то. На кем-то. Так, нужно, короче, сейчас в дальние уголки подзаходить, посмотреть, может, тут где-то что-то спрятано. Нету. Слева нету. Ну, погнали. Так, антишка.
Ага, теперь вот эта сраная херь. Которую нельзя бить из-за того, что она меня пугает. Не, вот этих можно бить. Оу, класс. Так. Говорите честно, зачем столько много? Я там не утону? Да не должен. Вот пеньки могут утонуть, да? Вот это, да, тяжело, что ли? Так, нет. Так, а в чем сложность? Чем сложность? Не вижу сложности. Так, платформа. Ага, все, она тоже начала двигаться. Давай, давай, давай. Сначала они по одной. Оп, погнали. Так, ну здесь я тайминговый, поэтому я не думаю, что я должен упасть мимо плитки. Если тут плитки сами не обрушаются. Ага. Не обрушается. Хер там кто плавал. Экс, куда летим? Тихо. Еще одна телочка. Так, яблоки. На следующий прыгну. Да, это платформы легкие для меня. Изи доп жизнь. А вот... А, не. Подумал тоже что-то сложненькое. Вот эти платформы могут падать только. Континиум. Вот это мне вообще не нравится. Такие мы долгие. Я еще типа должен прыгать и доджи, да, это все? Да нет, там что-то замудрено слишком уж. Ты ч... Он долго не появляется? Я просто по таймингу прыгаю, который должен был появиться. Но он не появился. Давай, давай, пропадай. Сначала ты, потом вместе с платформой. Так, готово. Здесь какая херь. А, две контишки. Я потратил одну. Нормально. Ай, ты черт. Ах ты черт. Все. Убада-буда. Потерял только. Ладно, норма. Почему... Вот плитки, я не понимаю, в чем сложность. Ладно, эти... живу. Тупанул немного, ну ладно. Успел. Здесь жизняки должны быть. Давай, давай, тварь. Думаешь, я не... Так, сначала один, потом два. Так, сначала подожди, пока сожгется. Поехали.
просто бежим, просто бежим. Там контишка и доктор, доктор этот. Сложно. Божечно. Ну, сейчас я должен был бежать. Ладно, сейчас попробуем снова. Так. Ну, здесь, ладно, каефно. По таймингам. Ха-ха, чё-то много всего. Хотя, да, здесь нужно просто по таймингам прыгать. Здесь не суть вот это всех плит. Здесь можно перепрыгнуть. Так легче будет. А, одно яблочко улетело, я понял. Так, сначала плитка. Нет, тайминги я могу выучить, тайминги я могу запомнить. Так, за контишкой поехали. Да, вот профессор этот. Ну, я думаю, не проблема, я не хочу спешить. Терять зря хп-чечку. А, класс. Ух. Так сказать, пронесло, так пронесло. Так, слышу, слышу, слышу телепорт. Я шо, всех телочек собрал? Бонус раунд. Они тоже замудрили бонусы раунды. Не, я не могу упасть. Бум-бум-бум. Так, не, это что-то было легкий бонус раунд какой-то. Блин. Был один только прикольный бонус раунд, там где сразу дают 5 штук. Ну, если так, ребят, посмотреть, я уже восстановил свои эти... воскрешалки. Континиумы, так сказать. Ух, ладно. Ну, беда. Зато в этой серии мы почувствовали себя немножко Индиана Джонсом. Убегали от камней. Побыли в гробнице. Чего, блядь? Ладно, значит, не очень удачный тайм. Да что за херь? Непонятно. Так, здесь что-то тайминги поменялись. Здесь уже каждую секунду нужно было прыгать. Так, туда не пройти, хорошо. Ловушки. Ловушки. О, я думал, я там сейчас подохну. Давай, 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 давай. Ноль потраченных. 37 я все верну. 90 коробок. Нихера. Блин, жалко, что вот этот момент скипать нельзя. Сейчас так будет долго прыгать, падать. Его сейчас убьет. Все, не убило. Так, сколько у нас там осталось? Один, да, или два? Два, кажется. Еще два уровня. Два, два, два. Скорее всего, сейчас будет босс. Он обязан быть. Да, Куала Конг. Куала Конг, скорее всего, типа Кинг-Конга. У нас времени, в принципе, нет, но нужно чем-то же завершить, да, нашу, так сказать, игру. Поэтому сражаемся. Потом у нас, скорее всего, откроется еще... Ничего себе! Кинг-Конг! Так, ну... Прыгать к нему я точно уже вижу, как не могу.
я сейчас немножко в недоразумении. Так, давайте объясняйте мне, что от меня требовалось. Ага. В лаве я сдыхаю, хорошо. К нему я могу прыгать? Нет, я полностью сдыхаю. Я просто снова проверил. Что? Что он делает? Ага, все окей. Сложно. Здесь сложности вообще нету, если честно. То есть на нас падают сначала бомбы. На, камешек. В смысле? Ладно. Делаем так же. Уйди! Уйди! Ладно. Мы просто просрали две жизни ради того, чтобы прыгнуть в лаву. Ну ладно. Не суть. Я только вот одного не понял, это... Хотя... Я понял. Почему только камешек укатился в лаву у меня? Сейчас он кинет булыжник. Мы его примем. Принимаем. Нужно сюда, чтобы он... Лови. Так, последние кипе, так сказать. Готово. Это еще не все? Ой, я подумал, у него есть вторая форма. Уже подумал. А я вот это не... Там был уровень еще какой-то. Типа, два раздела у нас или что? Или мне нужно было доктора собрать? Или кого-то собрать? Неясно. Мне непонятно. Почему нам не допустили еще один уровень? Один уровень там серый. Да, мы уже... Это получается остался последний остров, да, у нас? Сейчас я вам покажу. Вот. Тихо. Вот он. Видите, там проходик есть. Вот он почему-то закрыт. Да, это получается у нас last или не last. Ну ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.